Здравствуйте! Вы смотрите «Афишу», с вами Юлия Север. Приближается начало лета, а вместе с ним главный детский праздник – День защиты детей. Какая программа ожидает юных жителей нашего волжского города, расскажу в ближайшие минуты. Нужно отметить, что в этом году праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей, пройдут аж до 5 июня. Но начнется все, как и полагается, в первый день лета. На площади возле ДК «Чайка», что в поселке Управленческий, пройдет праздничная развлекательная программа «Детство – это счастье». Тематические конкурсы, игры и викторины, флешмоб, концертная программа, ярмарка детских игрушек. И это еще не все сюрпризы, которые заготовили для вас организаторы. Начало программы в 10 утра. Вход свободный. 1 июня в Самарском художественном музее состоится масса интересных мероприятий для юных искусствоведов. В 10:30 открытие выставки детских рисунков «Радость жизни», портреты и пейзажи от учеников студии в воскресенье, выступление юных артистов, зал 35-й, первый этаж. С 11:30 сможете посетить выставку кукол «Игрушки мира» из коллекции музея и частных собраний, фойе третьего этажа. А в 16:00 стартует показ моды «Маленькие кутюрье в большом авангарде». Создатели коллекции и модели – юные актеры театра, черпавшие вдохновение в работах из музейной коллекции искусства русского авангарда. Будет интересно. Ближе к выходным, 5 июня, на площади Куйбышева состоится праздничное мероприятие для самых важных жителей нашего города. В детворе тут скучно точно не будет. В программе спектакль от Самарского театра оперы и балета, интерактивная программа «Щенячий патруль», ростовые куклы, игровая площадка с батутом и бесплатная сладкая вата. 3 июня в 12:00 на территории Парка Победы пройдет общегородское мероприятие, посвященное празднованию Всемирного дня охраны труда. Второй ежегодный самарский праздник охраны труда. В программе праздника выставочные экспозиции организаций, оказывающих услуги в области охраны труда. Показательные выступления МЧС России и поисково-спасательного отряда городского округа Самара. Для гостей праздника запланировано выступление творческих коллективов, а также разнообразные конкурсы. 3 июня. Парк Победы. Начало в полдень. Такими будут ближайшие дни в нашей Самаре. Начните лето ярко. Всего вам доброго!